погодные условия немножко нас подвели, конечно. Хотелось бы, чтобы он состоялся пораньше, ну, с учетом условий. Но я думаю, что сегодня были улыбки, и они остаются. Сейчас они, награждение будет. Дождик больше для организаторов, наверное, чем для участниц. Все хорошие дети, и спортсмены, и артисты, талантливые. Мы должны с ними дружить и быть рядом по таких партнерских отношениях. Ну а что касается детских улыбок, то ничего, наверное, в жизни нет важнее и прекраснее, чем детская улыбка. И поэтому это дает вот этот вот момент. Для этого много делается в городе, чтобы действительно велосипедистов было побольше. Я скажу, что та программа по велосипедным дорожкам, которая сегодня существует в Минске, и то, что сделано за последний город в Минске, ну, это оценено по достоинству минчанами, потому что сегодня сквозные маршруты на велосипедные сегодня практически весь город пронизывает и за город. Вот сегодняшнее мероприятие показало, несмотря на вот такой дождь, родители, ребята приехали, родители привезли своих малышей и провели такое серьезное соревнование. То есть итог вот сезона, велосипедного сезона этого года. Перший ровер. Советский район, Первомайский район сегодня выступали. Вот сейчас мы ожидаем награды лучших. Очень классная задумка, у нас очень здоровское воплощение получилось вот этой задумки. И дальше будет больше. Нашей федерации, да, вы уже озвучили, что совсем скоро 30 лет. А взрослые мы, да нет, наверное, знаете, впереди у нас еще 130, 230. Мы не потерялись в большом мире велоспорта, громко о себе заявили, и, ну, я навскидку сейчас не скажу с лета, сколько у нас за суверенную историю чемпионов мира, но, поверьте, двух рук не хватит. Вид спорта у нас дорогой во всех смыслах, изначально даже. Каждому ребенку нужен велосипед, туфли, шлем, машина сопровождения для того, чтобы тренироваться. И вот, конечно, сложность в этом есть, но посмотрите, что мы делаем, посмотрите. Несмотря на то, что сегодня дождь с утра, да, кстати, во время церемонии открытия он перестал идти. И посмотрите на детей, они пришли с родителями, они довольны, они счастливы, потому что велоспорт крутой вид спорта.